получается, что в лосе на самом деле хранится не просто число какое-то, которое говорит, вот, некоторая функция потери равняна чему-то, а на самом деле в лосе хранится весь граф, который нам помогает потом градиенты обсчитать. Так как, во-первых, это все хранится на GPU, потому что у нас вот лос хранится на GPU, если мы его специально на CPU не перенесем. И весь этот лос как бы теперь хранится в векторе, и, соответственно, не очищается память. То есть на GPU накапливаются вот эти вот графы, по которым при желании можно вычислить градиенты, но на самом деле нам эти графы не нужны, нам нужны сами числа, которые соответствуют нашей функции потерь, ее численное представление. Поэтому мы можем взять и выкинуть всю информацию про граф вычисления производной. Для этого можно просто сказать ей точка дата, и останется только одно число, скаляр. И после этого нужно еще ее по-хорошему отправить на цепу, чтобы она не занимала нам память. Далее вот эти лоссы мы будем хранить в test loss history. То есть в прошлый раз мы делали немножко неправильно. Дальше мы можем посчитать качество. Точно так же, как в прошлый раз, мы берем тот нейрон, у которого выход наибольший. Сравниваем номер этого нейрона, мы берем специально argmax, чтобы у нас был номер нейрона, с y-тестом, а там находится номер той цифры, которую мы хотим предсказать. Далее мы преобразовываем ответ к флоту, потому что именно у флота можно взять min, а вот у интеджера нельзя взять min. Берем min у этого флота, после этого тоже перегоняем все это в одно число, на всякий случай, и берем от него CPU, то есть перегоняем его на CPU. Ну и дальше accuracy точно так же складируем в test accuracy history. Давайте запустим нейронную сеть и посмотрим, как она обучается. И мы видим, что на первой же эпохе она обучилась на 98,5%. Это, в принципе, хорошо, но не предел возможностей. Самые лучшие результаты нам нести, они оставляют где-то 0,03%, соответственно, тут у нас ошибка в целых 1,5%, это довольно много. И еще мы видим, что сеть довольно долго проходит эпохи, на самом деле это не очень долго, это, в принципе, хорошая скорость, в нашей нейронной сети несколько десятков тысяч параметров, это небольшая, даже маленькая сеть, и, скорее всего, все время тут тратится на то, чтобы передать датасет из оперативной памяти на видеокарту.